13 октября 2016 года задержаны двое граждан, которые на улице Бахметьевской под угрозой применения ножа совершили разбойное нападение и похитили у потерпевшего сумку, в которой находились сотовый телефон, планшет и деньги в сумме 15 тысяч рублей, после чего с места преступления указанные лица скрылись. По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы данные лица были задержаны. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 5 состава МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. У органов предварительного следствия есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям на территории города Саратова. Просьба ко всем, кто мог пострадать от действий этих людей, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 74 71 05 или 02 с мобильного 102.